Продолжается священный месяц Рамазан. Сегодня в Азербайджане последняя ночь Гядр, ночь предопределения с 9 на 10 мая. Напомню, что ей предшествовали три священные ночи. Первая пришлась на 18-й день Рамазана, то есть в ночь на 2 мая. Вторая в ночь на 4 мая, а третья в ночь на 6 мая. Кроме того, сегодня в Азербайджане начались недельные выходные по случаю Дня Победы и предстоящего 13 мая праздника Рамазан. В этот период государственные учреждения, общественный транспорт, Транспорт в стране работать не будут. Выходные продлятся до 16 мая.